Дисклеймер. Доброго времени суток, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Silverhead. Меня, как всегда, зовут Сережа, а это супермаркет симулятор, и мы продолжаем его с тобой проходить. Так, нам у нас какая цель? Расшириться. Нужно расширить магазин сам по объему. Это сколько нам? Мы открыты, да? Так, у нас тут все заполнено. Заполнено. Соль супримы. Тут у нас остатки. Эй, блядь. Тут у нас чё? Ага. Эй, чё? Жалко, вот как не очень удобно. Это было бы видно. Было бы вообще классно. Чё? Ну, мы открыты, да. Вот это, мы открыты. Нам чё надо? Вроде все есть. Все на месте. Ну, хорошо. Тут у нас чай один. И тут немножечко этой штуки. Там еще яйца, да? Да. Яйца. Всем они понравятся. Так, нам нужно расшириться с тобой. Менеджмент развития. Расширить супермаркет. 750, а потом мы уже будем... вот это вот. Лицензия на товар новая. Ну, естественно, вот так вот мы делаем. Потом уже второго кассира нам надо будет. Подожди, стоп. 367. Ну-ка. 367. Мне самому это надо делать? Да ладно. Блин. Тогда знаешь, что нам надо будет? Нам нужно будет, знаешь, что с тобой здесь сделать? Расшириться. Поставить вторую кассу, чтобы я на ней тоже пробивал. Потом полки. Потом еще нам нужно будет это... ассортимент расширить. А потом можно только еще одного кассира. Потому что мне нужно самому пробивать. Уровень магазина 20, во-первых, нужен. О, так второй кассир прям не скоро. Нужен еще и уровень магазина 20. А если я вот так сделаю? Я не могу. А сколько кассовый аппарат стоит? Хорошо. Маркет, мебель. 500 баксов! Но нам для начала нужно 750. 750 это, блин, это уже немало, честно говоря. Ладно. Так, спагетти. Спагетти у нас есть. Спагетти. Вот классно, взял вот так вот. Все, отлично. И выкинул так, чпакс. Яйца. Яйца пока не надо. Что еще можно? Супермы можно. Супермы. Где у нас супермы? Это супермы? Нет. А у нас нет супермы. Надо заказать, смотри, супермы. Кофе, риса. Зеленую суперму. Так, нахер это все. Продукты. Супермы. 3. Одну такую. Нам не надо. Одну такую суперму. Это там надо нам? Соль. Сладкую зелененькую. Соль, сладкую, зеленую. Рис нам не нужен. Купить. Хорошо. Оп. Отлично. Соль есть. Зелененькая, вкусненькая. Так, это мы забираем. Закидываем сюда. Эту мы забираем, закидываем сюда. Это тоже забираем, закидываем сюда. Ой, как классно. Ладно. Закидываем сюда. Так, что у нас? Супермы. Подожди, это не то супермы. Этот супермы у нас сюда просто ставится. Вот, вот этот супермы.
Суперма этот сюда. Этот теперь сюда. И сюда. Белые. Ой, то есть это пасту, пасту. Паста панзати. Хорошо. Хорошо. Что-то еще нам надо. Рыс взяли? Рыс взяли. Хорошо. Так, вы... ты обслуживай быстрее как-то, слушай. Да, отойди, мужик, ты чё, доебался решил? Доебаться решил до меня. Ой, там молоко, и так разобрали все. А где оно? Нет, это не оно. Вот это оно? Нет. Вот оно. Макало разобрали, смотри, как быстро. Молодцы. Молодцы вы, конечно. Классно придумали. Так, и вот тут еще. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вот так вот. Туда его. Так, чуть темно свет включаем. Свет. Оп. Уже получше. Так, сок, сосок надо было еще переставить, но это не важно. Чай. А, яйца. Яйца, яйца. Нет? Нет. Пусть тут будут тогда. Кофе. Хорошо. Просто склада можно теперь вот так вот чпокс. Чок-чок-чок-чок-чок-чок-чок-чок-чок. Отличненько. Чок. Так, чекики сусиков надо будет. Тут ничего особо не надо. Воды пару паков, да? Блин, жалко. Было бы классно, если бы некоторые паки, вот типа вот эти вот, были бы в прозрачной упаковке изначально, то есть в большой прозрачной коробке. Потому что заходишь ты на склад, и сбоку вот здесь не написано, что это, и, блядь, ну это пипец неудобно. В некоторых моментах. А так, в принципе, ок. Как будто бы. Чай. Чё тут чай? Выставил бы чай, отошел бы на секунду. И все. Чё тут, сложно что ли, правильно? Нифига ж сложного. Чё тут, блин? Начинается, ёлки. Вообще. Да. Чё, нормально все? Нормально, да? Нормально, все нормально. Надо будет потом делать торговую зону, прям, знаешь, и зону касс. Наверное, да. Блин, если дальше не будет какого-то менеджмента, типа, чтобы я хотя бы заказывал на склад то, что надо нам, вот здесь вот, ну, тут пишется скоро, наверное, это все делается. Это будет прям очень печально. Потому что, ну, это пипец. Потому что пипец это. Ой, что там? Да мы закрыты уже. Что тут происходит? Давайте, обслуживайте последних клиентов. И все, и пойдем домой. С тобой. С тобой домой. Ну, только ты в свой дом, а я в свой, как бы. Ну, вы сами понимаете, мы из разных домов с ним. Он из дома дракона, а я из дома волка. Отсылка. Сережа умеет в отсылке. Не старый. Ебанулся. Так. Что нам нужно будет? Она будет. Муку можно прямо сейчас пойти поставить. Вот она вот здесь. Хорошо. Чокики, сусики. Рис у нас там есть. Да, есть тут рис? Рис, 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 рис. Нету. Так, рис, кофе. Одну пасту. Два кофе, два риса, одну пасту. Подожди, хочу переставить. Панзати муку. Так, да, закрыты, во-первых, мы. Сейчас, подожди, друг, друг, подожди. Апельсиновый сок. 2.20.
Так, и да, оплачиваем, оплачиваем, да. Лицензия. Нет, 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 маркет. Продукты. Так, смотри, значит, чем надо, что дальше? А, вот этих вот. Раз, два, три, четыре. Потом два риса. Два кофе. Одну пасту. Окупаем. Что мы из этого сейчас... Ой, нахуй, полетело все. Кофе сюда. Паст. Рис сюда. Еще рис сюда. Суперме. Это же суперме. Ну, пиздец, пусть стоит. Макало сюда. Еще макало сюда. Опять макало. Пиздец, не влазит макало. Надо еще полку тогда будет. Еще макало. Да куда мне столько макала? Еще кофе. Куда не надо. Кофе. Хорошо. 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 Или, блядь, как... купить себе полку еще одну, а? Психану. Не, не, давай не будем. Так, ладно, погнали. Чокики-сусики. Вода. Чокисусы, вода, сыр, молоко. Так, молоко. Молоко, вода, сыр. Чокисусы. Чокисусы. Знаешь, есть такие ребята. Так, а тут на остатки, остатки. Пару сусук. Чокики. Итак, влезут. Хорошо. Сыс. Сыс почти влез, кстати. А, подожди, для сыса у нас есть место. Вот здесь вот. Вода. Бота. Бивота, my friend, бивота. Все, бивота, все. Еще и милк. Милк. Милк, it's good. Милк is very nice. Панзати. Подходим просто такие хуякс. А, две панзати надо. Вот что. Вот что. Вот оно что. Так, две панзати. О, супер мы заказали. Супер мы это давай. О, это спагетти, это не суперме. Так, две панзатти, пожалуйста. Две панзатти. Орехово, оливочно. Ой, то есть арахисно, оливочно. Хлебная история пока ок. Че еще, че еще? Да и все пока в принципе. Так, начнем с оливочно. Оливочно. А-а-а, застрял. Тиш, загребаешь там. Не успеваю ставить. Так, это сюда. Это сюда. Кофе дайте. Оп. Это сюда. Блять. Нет, ладно, давай вот так. Их никто не видит, все нормально. Да, как-то так у нас теперь все это происходит. Так, в принципе, пока как-то так копим деньги на расширение. Нужно нам немножко просто расширить склад. Ой, склад пространства. Немножко будет, наверное, все переставить. Местами я имею в виду. Хотя сейчас посмотрим, как он расширится, в какую сторону. Мне кажется, вот в туда еще расширится. Мне кажется, вон он вообще до сюда будет расширяться. Хотя... Или наоборот сюда, или здесь. Нет. Посмотрим. Не уверен, честно говоря, как это будет работать. Не уверен. Вон, панзатти надо опять. Смотри, они опа разобрали ее. А она у меня есть. Что они думали, не будет?
Они думали, не будет у меня, все есть, Так. Хлебыч. Хлебович. Так, Хлебович, что еще? Хлебович Маслинский. Арахисовая опять история заканчивается. Уже как бы нормально. Так, арахисовая история. Пока здесь постой дальше. Так, это у нас Маслинская история. Так, ага, пожалуйста. Хлебович. Отлично. Так, что у нас еще? Кофа взял кто-то? Блядь, для чего кофа возьмите? Нормальная тема. Две арахисовые истории и кофа. Ой, супермы заканчивается. Дело супермы. Вот, супермы. Муку еще одну пусть возьмет, тогда будет вообще хорошо. Нафига тебе столько соли? Брат. Что ты собираешься делать, блядь, с ней? Кофа, блядь, да что вы кофа никто не хотите взять? Во-в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 о. Молодец, молодец, так и надо. Так, свет, что не включаем? 6 часов свет надо включать, елки-палки. О, молочко, молочко, это мы можем, где оно? Опа. Замечательно, шикардос, как говорится. Во, мука опять ушла. Куда ушла, правда, непонятно. Куда-то ушла. Хорош. Пик. 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 Бля, да кофе возьмите одно. Че вы начинаете? Так, вот можно один сыр еще. Один сыр, вода, молоко. Яйца, молоко. Яйца, молоко, сыр, вода. Заказываю я. Заказываю я. Сыр, сырочек. Мой друг Алёчек. Малочка. Малочка. Малочка почти полная. Надо кофе, блядь, да купите кофе. Что-то я еще заказал. Яйца. Яички. Яички. Ух ты, ебать, тут воду разобрали, как слышишь. Очень сильно. Так, сразу накидаем. Так. Яблочный джуси. Яблочный джуси. Вот это кола. Спрайт, и вот да и это кола. Мы все, мы закрыты, бля, вы чё? Сусики чокики тоже нужны. Сусики чокики. Вот тут, блядь, что было вообще? А, там паста была, да? Спагетти. Охереть. Охереть, слышь, они чё, они все решили у меня скупить? Офигеть, они скупают. И два спагетти надо еще, слышь, на базу. Где спагетти? Два спагетти. Макало опять разъебали. Пипец, они активно скупают это все. Ну, суперме надо тоже, можно поставить. А где у нас суперме? И супермы тоже два надо.
Офигеть, они у меня скупают. 3 муки. Так, 2 супермы. Ну, блядь, и все, бабок нету. Кофа никто не взял? Да ведите нахуй! Рофлите, что ли? Зато яйца взяли. Я так понял, надо раньше вас закрывать, да? А то вы пипец вот начинаете вот, амулинулину торговать тут всем подряд. То есть скупать все подряд. Не, я, конечно, рад, вы не подумайте. Но, блин, как бы время магазина. Пора закрываться. А вам подсказать что-то? Может быть. Это ваша сестра? Блин, а вы прям, смотри, подтянутая такая, спортивная женщина. У нас, кстати, тут эта акция есть. Для... Придумаешь что-нибудь, Игорь. Блядь, Игорь, твой брат? Смотри, хуйню не молоти, блядь, чтоб нормально пробил ему все. А вот он супермы у меня скупил последнюю, да, почти? Блядь, так и понял. Ты, блядь, да куда ты столько? Время уже позднее. А почему мы, кстати, не можем работать 24 часа? Сделать себе маркет 24 часа, например. Было бы классно. А что оно, крышечка левитирует? Как ты, блядь, в этот пакет? Игорь, ну ты пиздец, ты как в этот пакет все засунул? Я в ахуе с тебя. А, да, плюс 1000, елки-палки. Молоко, хлеб, сода, кола. Молоко, ага. Хлеб. 3, блядь, 90. Соды, колы нету. Подожди, сейчас мы закажем ее. Ёп, поймал. Так, супермы. Это не она. Супермы. Еще супермы. Да закрой, блядь. Спагетти. Да, блядь! И... Гнат. Твою голову. Еще спагетти. Чокики. Чокики надо сейчас поставить. Чокики хорошо берут. Сушки. Сушки не надо. Пусть пока тут стоят. Вот, это надо. А, так это еще надо банку, слышишь? Это соки тогда разъебываются. Да. А содовая, бля, слышь, это, бля, это пиздец ее раз. Ебать, ее расхуярили, получается, слышишь? А, подожди, это вот так. Че с хуйня? А это как? Только вот эта содовая так ставится, что ли, или че? Так, на вот эту ценник взлетел. 2,20. 2,70. Так, нужно зеленую колу, чуть-чуть... О, вот сырочек. Хоп-хоп-хоп. Игорь, все, блядь, давай, запускай людей. Так, зеленую колу, 3 муки. Раз, два, три. Зеленую колу. Вот так вот. Хуякс, и погнали. Я пока, знаешь, что сделаю? Вот я не скажу тебе, что я сделаю. Вот, закрой нахуй. Закрой, блядь, говорю. Не беси меня. Так, это у нас что? Панзатти нужно. Еще пару молока. Так, панзатти. Панзатти. Молока давай 2. А, потому что на это молоко цена взлетела. 12,8.
Так, Макало. Сюда. Тоже Макало. Тоже сюда. Панзатик. Сюда. Что-то по большим количествам продуктов. Надо нам еще что-то. Чаек. Чай. Чай. Чаечек. Нулевой другалечек. Так, чай, чаечек, оливыч, арахис. Арахис, оливыч. Чай, чаечек. Чай, чай, чаечек. Нулевой другалечек. Блин, один чай остался. Купите один чай, пожалуйста. Кто-нибудь. Оливыч. Тоже один сейчас останется. Два. Ладно, два. И арахис. Арахис еще нормально так, кстати. Рисочек надо закинуть. Так, кто у нас рис? Ты у нас рис. Ты у нас рис. Даже так. Под носом еще сперли. Панзатика закинуть тоже надо. Оп, панзатик взяли, закинули. Удобно. Со складом это удобно. Не нужно, знаешь, там очень-очень-очень часто заказывать где-то что-то как-то, что-то. Так, вот соляка. Соляка, хлеб. Джуси оранжевый. Так, соляка, оранжевый джуси, хлеб. Погнали. Хлебушка сюда. Оранжевый джуси. Моя жопа импланты, моя сиська импланты. Моя жопа на джуси, мои доллары в плюсе. Стихи, да, современного поэтессы, так скажем. Назовем ее так. Вот, кто не знает, советую знакомиться, да, с творчеством. Так, это не то, что нам надо. Опа, суперме. Ой, ты какая молодец. Так, суперме, мучное тоже. Мучное не, мучное пока не надо. О, вот макало это надо. Макало вы правильно берете. Это очень хорошая, так скажем так, идея. Скидка, цена, акция. Что? Водичка, сырочек. Так, а теперь заказываем. Водичка, сырочек, яички. Пум-пум-пум, сырочек, яички, водичка. Хуякс сюда. Оливыч, оливыч. Водичка. Блядь. Водичка, это что у нас, хлебушек? Хлебобулочные никто не хочет, да, брать пока? С яички. Яички пока сюда. Сырочек. Налетай, другалечек, покупай наш сырочек. Сырочком все хорошо. О, мука. Мука, оп. Мука, оп. Ребят, я знаю, что касса полная, но я вам что сделаю? Ух ты, блядь, ебать, чопиков не осталось. Чопики и сусики, срочно. Срочно. Чопики, сусики, срочно сюда. Я призываю вас. И кофе там, по-моему, съели почти все. Кофе еще нормально так. Свет, блядь, Игорь, ебаный рот. Блядь, сложно повернуться, свет включить. Что ты за человек? Я не понял. Что этот за Игорь сотрудник? Я не знаю, за что я ему плачу, блядь. Ебаном бы вас тут до хера, кстати. Вот ты палишь там. Хлеб. Кто-то взял хлеб? Молодцы.
Ясе, как так вышло. Кассы полны, ребят, да я знаю, у меня один кассир и касса одна, все, у вас тут так много, блин, вообще, блин, пипец. Думаю, мы сегодня, может, даже пораньше закроемся. Вы, блядь, под вечер начинаете разъебывать просто. Это ужас какой-то. Это просто пипец, как это хера. Так, это спагетти. Суперме надо. Суперма. Суперма. Поп-поп-поп, суперма, хорош. Мука, 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 мука. Мука, мука. Мука, отлично, отлично, мука. Так, все, закрытый, блядь, все. Это что у нас, яйца? Возьмите одни яички, пожалуйста. Или меня за яички. А что? Ничего не понял. Арахис, нет, не влезет. Ох ты, а где Макалота? Макалота, блядь, все. Макало, это пипец. Ой, Игорёш, давай как-то, блядь, побыстрее пробивай, а? Тут, блядь, и я тебя жду, и люди ждут. Как-то поторопись-ка там, я не знаю. Тебя ж ожидаем, ёлки-палки, Игорь. Игорёша! Игорёша! Игорёша, это пиздец. Не самый быстрый парень. Это я уже закрыл магазин, понимаешь? Почему я не могу подойти вот так вот и нажать, кстати, на кассу? Ой, блядь! Блядь! Что-то я хуйню сделал, да? Ну я и хуйню. О, здравствуйте, да, именно сюда я хотел его вынести. Ну я, конечно, хуйню сделал полную. А почему я не могу ее не поставить, ничего? Алло, блядь. Сохранить, сохранение. Выход в меню. Во, Игорёш, нормально все, да, у нас? Так, ну что ж, Игорёш, во-первых... Оплачиваем счета, и ну что получается? Получается, расширяемся. Игорёш. О, там как. Вот оно как. Мы себе приватизировали кусок еще, да? Ну что ж, переставляем теперь это все с тобой. Сейчас будем все это, блядь, красивенько расставлять. Я смотрю, у меня сейчас будет план помещения. Мы его сейчас с тобой сделаем, блядь, короче. Сейчас мы все красиво переставим, четко. Не только в моей голове, но и на прилавках. Понимаешь? Хорошо. Мы там еще цены на что-то поменялись, да? Вот как-то так теперь это будет пока что. Тут еще парочку прилавков поставим. Но. Сначала. Значит, что мы с тобой делаем? Вот эти две позиции и вот эту мы переносим нахуй. Значит, что это? Мука панзати и кофе. Значит, смотри, мы сейчас что с тобой делаем? Берем в маркет продукты. Панзати, мука и кофа.
Купить. Теперь смотри, что мы с тобой делаем. Это у нас кончается быстро, поэтому... Нет, 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 не сюда. Это мы ставим вот сюда. Соль. Соль, 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 соль. Давай еще соль. Соль. Даже давай хер с ним. Давай пока вот сюда. Нет, соль нам нужна. Все-таки в любом случае. Смотри, берем соль. Хер с ним на эти 2 бакса вообще. И вот так вот. Чик-чик-чик. Сюда пока. Отсюда мы забираем соль. Кофа. Кофа у нас идет сюда. Я тебе объясню, почему потом в конце. Это у нас идет сюда. Чик-ч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 ик. Будет... И ты поймешь, что я делаю, когда я закончу. Ты поймешь. Ты все поймешь. Все поймешь. Так, это мы закрываем, ставим пока сюда. Теперь отсюда. Вот это кофе мы нахер забираем. Полная пачка кофе. У нас идет все домой. Кофе мы переставили. Все, кофе есть. А, вот эту херню. Нам тоже нужно вот сюда куда-то поставить. Мы ее отсюда забираем. Ставим вот сюда. Опять же, отсюда забираем. И отсюда забираем. Панзатти. Панзатти у нас вот тут стоит. Так, мукомольный. Приколы тоже вот тут, сюда идут. Отсюда опять же забираем. И ставим вот сюда. А, нахера, подожди. Нахера. Ну, пусть пока тут стоит, да ладно. Так, пока здесь оставляем. Арахисовые приколы. Вот сюда. Отсюда забираем. Все, забираем, 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 забираем. Сюда же арахисовые приколы идут. Тоже подожди. Эй, блядь, забери. Сложили, пока сюда поставили. Так, мукомольные приколы. А, пока сюда, подожди, пока сюда. Так, масло, 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 оливыч. Оливыч, и давай сразу мы закажем. Яблоко, апельсин. Яблоко, апельсин. Что у нас тут, яйца? Яблоко, апельсин. Яблоко, апельсин. Один рисочек. 2 супермы. Так, один рисочек, 2 супермы. Яблоко, апельсин, 2 молока. Все, погнали. Оп, почти. Так, молоко. Молоко пока не надо. Молоко у нас живет вот здесь, я помню. Сусики это тоже пусть стоят. Так, рисочек пока туда не ну или нужен. Нет, пока не нужен. Рисочек сюда. Макало. А чё я ебусь? Подожди, а чё я ебусь? У меня бабки есть, в смысле. Я могу себе позволить зайти и сделать вот так вот. Вот так вот я могу себе позволить сделать. И что, блядь? Ну и что ты сделаешь с этим? Что ты мне скажешь? Что я не могу себе так позволить? Да схуяли. У меня свой большой магазин. Хуяк, хуяк. И сусики могу еще заебашить сюда. Яблочный джуси. Вообще без проблем. Апельсиновый джуси. Нахуй иди. А что я сделал? А ничего, все нормально. Я что-то побоялся, что я затупил. Нет, все нормально. Все хорошо. Ну, пусть так будет пока что.
А это просто коробка. Если что, что-то переставить. Я... Нужно, чтобы всегда была просто коробка, я так подумал. На самом деле. Чтоб, типа, всегда была просто коробка. Так, оливыч, теперь смотри. Вот сюда херачим оливыч. Отсюда мы его забираем. Опять же, забираем. Ой, как вообще замечательно. Оливыч тоже сюда. Чик. А, это что у нас? Секунду. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Это мы забираем, это ставим сюда. Это мы опять забираем. Опять ставим сюда. Это мы опять забираем. И вот так вот чик-чик-чик. И теперь, смотри, это мы закрываем, это мы сейчас отнесем вообще. Это нам не надо сейчас сюда. Я, блядь. Тут у нас что? Коробка. И теперь смотри. Вот здесь, перед моими глазами, то, что заканчивается быстро. Вот это, вот это, вот это, вот это. Их малое количество, вот этого всего. И уходит оно быстро. А здесь куча того, что можно заказать один раз, поставить и забыть. Понял теперь, как это удобно? Ты понимаешь, да, к чему я тебе говорю? К чему я тебе это говорю? Понимаешь, да? Вот так вот. Мы вот так вот сейчас сделаем, что у нас вон там вот Бориска. Вот так вот у нас пойдет. На превьюшечку. И я тебе скажу, я сделаю сейчас, конечно же, вот так вот. В следующей серии мы уже с тобой будем, во-первых, покупать новые товары. Скорее всего, новые полки. У нас будет расширение. И нового кассира. Если успеем, то сделаем, поставим. Ну или хотя бы вторую кассу. А сейчас что нужно сделать? Подписаться на канал, жмякнуть на колокольчик и поставить лайк. А я всех обнял, приподнял, покружил и на место поставил. Всем пока!